Привет-привет! Зис. Привет! Привет, мы на канале Лиска Шоу. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о коллекции джунглей Ко Макси. Вот так вот. Что там происходит у Зис? О, у него там жвачка. Крокодил жвачку съел? Нет, там. Там. Такая невидимая жвачка. Из прошлой серии мы узнали, что это гавиал. Это не гавиал, это гавиальский крокодил. Гавиаловый крокодил. Теперь у нас следующее животное. Открываем. Это вот такая вот, какая-то с крыльями ящерица с бородой. Кто-нибудь. А что тебе помочь? Чем тебе помочь, приятель? У него там жвачка невидимая. Он не может открыть рот? У него рот приклеился, Василис? Нет, вот, вот где там, там приклеился. Вот. Хорошо. Он невидимый. Давайте посмотрим, как он называется. Вот тут написано по-итальянски, мы ничего не понимаем, поэтому будем искать картинку. Вот здесь, вот он, это летучий дракон. Летучий дракон, это фантастическая штучка. Это небольшая летающая ящерица с потрясающей расцветкой. Выглядит как настоящий дракон с крыльями. Планирует с дерева на дерево и ловит насекомых из засады. Хорошо, что этот дракончик маленький, да, не такой большой. Вот, например, вот такой вот. Смотри, Василис. Так, вот такой дракон будет большой. Там. Я тебя сейчас съем, Василиса. Ха-ха-ха. Я, он как будто ест вот это. Вот, держи. Вот такой вот прикольный. А давайте теперь посмотрим, почему это у него такие крылья, и как он летает с ветки на ветку, и сколько он может пролететь, интересно. Хотя мы давайте пока посмотрим, вот что здесь написано у нас. Вот такая вот у него фотография, вот такой вот он интересный. О, вот такая вот фотография, вот такой вот он интересный. Здесь еще мы поймем немножко. Ой, 35 грамм, что ли, он весит, 20 сантиметров женщины, 22 сантиметра мужчины. Так, ну дальше мы ничего не понятно. Поэтому смотрим видео про этого дракончика. Летающий дракон – это не только персонаж различных сказок и романов, но и вполне реальное живое существо. Свое название драконы получили благодаря способности перелетать при помощи своеобразных крыльев с дерева на дерево. Обитают летучие драконы в тропических лесах Юго-Восточной Азии, на острове Борнео, Суматра, в Малайзии, на Филиппинах, Индонезии и Южной Индии. Живут они в кронах деревьев, где проводят большую часть своей жизни. На землю спускаются только в двух случаях – для откладывания яиц и если полет не задался. Эти ящерицы вырастают не более 40 см, вес около 20 граммов, имеют тонкое приплюснутое тело и длинный хвост. По бокам расположены широкие кожистые складки, натянутые между 6 ложными ребрами. При их раскрытии образуются своеобразные крылья, с помощью которых драконы могут планировать в воздухе на расстоянии до 60 метров. У самцов на горле располагается специальная кожаная складка, выдвигающаяся вперед. Она служит стабилизатором тела при полете. Летучих драконов трудно заметить, потому что благодаря своей однотонной окраске, зеленой или серо-коричневой, они сливаются с густой листвой или корой дерева. А вот крылья, наоборот, имеют яркую и пеструю окраску, красную, желтую, ярко-зеленую и так далее. Летать они могут как по горизонтали, так и по вертикали, при этом быстро менять направление своего полета. Каждая взрослая особь имеет свою территорию, состоящую из нескольких деревьев, располагающихся поблизости. Полет позволяет этим ящерицам находить новые места пропитания. В их основной рацион входят муравьи и личинки других насекомых. Видео оказалось очень интересным. А теперь игрушка сделана вот такие, вот здесь вот плоско, ничего нет, но здесь вот шарики. Хвостик тоже здесь резиновый. Открывать может она рот, игрушка. Игрушка может открывать рот, такие черненькие глазки у нее есть. Рот там пустой, туда не как вот у лягушек, была коллекция у нас тоже на канале. В рот нельзя запихать их глубоко. Ну вот, вот такая вот интересная. Летающий ящерица, летающий дракон. Зелис? Зелиса? Пока-пока! Пока! Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не оставляйте. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, не забывайте, что нажимать на колокольчик, правильно, Василис? До новых встреч! Пока! Пока! О! О, как хорошо! Все, пока! Пока! Пока!